Медицинские услуги в шаговой доступности. В Жетысусском районе Алматы сегодня в торжественной обстановке открыли первый семейно-врачебный центр. Напомню, открыть дополнительные амбулатории Бахыджана Сагентаева алматинцы просили практически на каждой встрече акима с населением. Мой коллега Роман Нощенко оценил возможности нового центра. Получить медицинские услуги местные жители теперь могут, не выходя из своего двора. Квалифицированная помощь в буквальном смысле этого слова находится в шаговой доступности. Здравствуйте. Ежедневно семейно-врачебный центр способен принимать до 50 человек, а скорая помощь на участке работает круглосуточно. В медицинском центре проводят прием как врачи общей практики, так и узкие специалисты, такие как кардиолог, лор, хирург, педиатр и гинеколог. Есть кабинеты УЗИ, физиотерапии и процедурный кабинет дневного стационара. По словам главного врача, планируется даже закупить сложное оборудование и на месте проводить различные операции, в том числе связанные с проблемами зрения. Проводя анализ именно потребностей населения в шаговой доступности, это очень удобно для них, во-первых. Во-вторых, помимо того, что мы будем предоставлять услуги, мы будем проводить санитарно-просветительную работу по оздоровлению данного населения. В микрорайоне Кукмайса проживает свыше 10 тысяч человек. Прежде многим приходилось преодолевать путь до поликлиники на общественном транспорте. Теперь все гораздо проще. К тому же не нужно открепляться от учреждения, где пациент наблюдался раньше. Достаточно прийти в центр, записаться на прием и пройти к своему специалисту. Такое стало возможным в рамках объема бесплатной гарантированной медицинской помощи и обязательного социального медстрахования. Это настолько такая радость для жителей, для пожилых, для всех абсолютно, будь это дети. Потому что оказывать круглосуточную, в шаговой доступности медицинскую помощь. Люди уверены, что теперь проблем с медицинским обслуживанием у них не возникнет. Ведь, как известно, в некоторых случаях время решает все. Роман Нощенко, Мирам Исабеков, телеканал «Алматы».